Друзья, вы не знали об этой трагедии. Мы сами об этом узнали буквально несколько минут назад. Перед началом просмотра видео попрошу вашей поддержки. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Этим самым вы мотивируете нас делать для вас интересные новости. Вчера вечером в одну из городских больниц города Москвы номер 28 была доставлена российская советская актриса театра и кино Зоя Буряк. Она была обнаружена у себя дома, лежачей на полу без сознания, своей подругой. Подруга сразу же, не замедляв, вызвала скорую помощь. Врачи привели в чувство актрису, но пришлось госпитализировать. «Так будет лучше», — сказал врач. Что с ней произошло, пока неизвестно. Уже сообщили родным и близким. Сейчас Зоя Буряк находится в больнице, ее состояние уже улучшилось. Смотрите наши выпуски, друзья, каждое утро. Спасибо вам за то, что вы есть.